Всем привет, с вами ГОСТ-161. Сегодня я хочу показать вам, как найти нарколабу на Лирии Лунар Корпа. Я уже нахожусь у нее. Вот. И откуда начинаем свой полет? Это с точки ОМ1. То есть сначала прилетаете на корп. Тут только затыкан весь ненужными маркерами других игроков. Вот. Но это пока просто баги, связанные с пати. Вот. Прилетаете на Лири, точку ОМ1. После чего нам нужны следующие ориентиры. Вот эти три точки. Шубин Майнинг Фасилити Сал 5. Ловерич Минерал Резерв. И Забит. У них получается... Смотрим левее. В сторону Шубин Процессинг Фасилити Сал 12. А дальше нам нужно... Нужно вот это место. Основными ориентирами будут являться вот эти две темные местности и вот эта одна большая. Сама лаба находится примерно вот в этом. Не обязательно то, что искать лабу, может снова как и 3-3 и 3-4 сделают что-то с точками ОМ, как это было на Еле. То, что раньше на лабу на Еле можно было ориентироваться с точки ОМ4. Вот. А в том видео, которое я делал про лабу на Еле, там получается от Гримхекса ориентировался. И уже от Гримхекса летел на лабу на Еле. Лирия тоже не сказать, что сильно отличается. Тоже такая луна. Ландшафт, конечно, отличается заметно. С полетом. Примерно. Дальше, когда будем уже ближе, будут немножко другие ориентиры. На ландшафт получше прописывается. Вот. Что уже не первый раз летаю. И еще то, что забаговался у меня худ, где это должно было показаться моя текущая скорость, установленная тут колесиком мыши. Тут будет показываться расстояние до поверхности планеты. Тут рекомендуемая скорость. Ну, вот это показатель топлива. Обычно этот баг поправлялся тем, что встаешь с кресла пилота, садишься обратно, и все нормально становится. Сейчас тоже очень помогает, что странно. Ну ладно. Будем уже лететь так.
теперь скорость уменьшаем. Да. Насколько нам нужен ориентир, связанный с горой. Гор тоже тут немало. И сама лаба между четырьмя маленькими горами. Поэтому нужно будет найти. Очень легко заблудиться при поиске лавы, поскольку вот эта местность с этим ландшафтом, она особо примечательных особенностей на ней, как это есть на ели, где проще всего найти лаву. Сделать гораздо сложнее. Но опять же, лабы на удивление лучше находятся в темноте, поскольку сейчас таким точкам, которые не могут меток для квантов. Марки на самой карте. Вот. У них появились тоже маяки с подсветкой. Если на получается на обычных шелтерах каких-нибудь. Если синего цвета, то тут маяк красный. Поэтому в темноте искать и ориентируясь по нему заброшу. Согласно этим ориентирам, прилетая сюда, ее найти гораздо проще. Вот я ее снова потерял, поскольку местность тут разнообразная, довольно-таки замечательных особенностей мало. Довольно-таки затруднительно. По крайней мере, точно знаю то, что ориентиром является вот эта гора и вид от нее. О, вот она. Вот она, наша лаба, которая нам нужна. Она находится тут. Как я говорил,
местность сама по себе вокруг лавы ничем абсолютно не примечательная. Найти ее очень трудно. Но, как и говорил, вот, пожалуйста, мигает красный маячок, который позволяет обнаружить ее в темное время суток. Поверхности. И пока не будут выключены двигатели корабля. Это ПТУ. Можно пока принимать к вниманию. Место совершенно ничем не примечательное. Единственный ориентир приметный — это вот эта гора и вид на нее. Ближе корабль. Так, я перепарковал свой корабль. Вот он у меня тут показывается. Так, получается, вот продается тут этротоксин, слам, етан, ну и, понятное дело, мусор, waste. Ну, ценники тоже поменяли, хочу заметить. Вот. Но это тоже было написано в патч-ноуте, то что цены на наркотики были изменены в соответствии. Ну, на этом, думаю, все. Надеюсь, вам понравилось. Если что, ставьте лайки и подписывайтесь. Будут еще новые видео по мере нахождения новых мест подобных.